Что такое? Почему застреляет? Еще ложись. Не здесь. Так. Я не помню, если я использую. По-моему, где здесь. Да, где. Да. Прикомание. Мира. Артбас танцует. Вон, конец. Мы это оружие другом называли секира Перуна. Физик. Так, а здесь не помню, что использовал. Она также управляется, да? Ну, как ты стреляешь куда? Она автоматически. А-а-а. Она раскачивается, то есть ее нужно раскачивать. Роботом Боба, кстати, надо. Не только мне, конечно. Блять, не в ту сторону. Ладно, еще есть символ нужен. Так ты можешь меня жизни воровать. Зачем? Чтобы я их опять слил? Как хочешь. А там все, мне больше ни жизни не дадут случайно? Тебе нет. Так, я вспоминаю. Блин, да, учись. Можно, да, просто посмотри, там что-то. Можем забудить, показать самую личную концовку. Давай. Это через будем день. Считать пройдено. Да. Это будет нечестно, на самом деле. Какая разница, пройдено, пройдено. Ну такое. Это машина будет. Пройдено на плохую концовку. Я же что не спишь под утра? 6. Ну еще 5. 5.47. Мне кажется, уже не жарко. Да он вериде шарит. Плохая концовка, тоже концовка. Ну так. Ну такое. Ставьте капку в чат, кто считает, что плохая концовка это машина. А ставьте капку прайд, кто считает, что плохая концовка на втором уровне, это очень круто и зашибись. Это на арену выйти. Нет, я вот так вот делаю, а когда отпускаю, они летят. Блять, ну, пиздец. Цветных больше. А это нечестно, это фальсификация, смотри, это одному от этого человека. Все нормально. Большинство. Ничего не знаю. Здесь весь уровень стоит из боссов. Точнее, все уровни стоят из боссов. Босс на боссе, боссом погоняет. Поиграл. Не, мне нравится, не знаю. О, наконец-то. Здесь лучше так, вообще начать просто всякую рамку.
Попытаться. У меня все день закончился. Фантастичный вариант. Категорично тебя. Сейсмический вариант. Мой дозор окончен. Можешь позаписывать. Ага. Вот мне нечего делать, могу позаписывать, в принципе. Для меня, в принципе, нечего делать. Могу позаписывать. Еще один вопрос. Найду нужную тетрадь. Вот я на него не помню страту, кстати. Да ладно тебе. Ну, по-моему, где-то здесь есть вход. Они будут сливать хорошее оружие, посмотрю. Так, это тетрадка с прохождениями. Маркера. Там тоже вот эта тетрадка. Гид фантастически держит ночную смену. Тетрадку не могу найти. Тетрадку не могу найти. Да я думаю, они запишут. Тут же все остается, дашборд. Я на PS2 не играл в контру. А что же, это арена, нет? Нет. А, я, кстати, арену пропустил. Ну ты... А, нет, арена, по-моему, дальше будет. А, на этом уровне арена, все точно. Сумбицы какие-то. Точно, арена дальше будет. Сейчас покажу. Ну, блин, я, конечно, прошу, блин, на другой концу. Но арену покажем, в любом случае. Арена заедет. Мне это, по-моему, только больше напоминает. Она сама, что ли, на него целится? Угу. Если вы запускаете, так можно будет. Ой, блядь, я забыл. Последняя жизнь у меня. Я точно не завалю всех чуваков на ринге в последней жизни. Там карта есть. Их много тут? Три, по-моему, или четыре. Три, да. Заметили, я думал, скачать без косолевания, я чувак без косолевания. У него клетка была курица на тебя, я не знаю. Ну, первый завод. А, или два их. Этого я еще помню, как валит, в принципе. Вот так вот. Интересно, чем вдохновлялись люди? Здесь когда один играешь, здесь много легче, потому что... когда играешь вдвоем, у них урок... Больше КП, да. А вот эти оружия у робота, они боевые.
Но еще им были собаки, но она сложная, потому что здоровая или нет. Три свидания и что-то еще. Ну, короче, она очень сложная пиздец. Блять, о, привет, Фокс. Я еще ракеты буду, поэтому... Господи, сбежал. Назад сразу иду. Красавец, молодец. Пришел бро и растащил бро. В смысле бро. Ну это короткая концовка. Бро, молодец. Нет, это просто типа есть скрытая концовка, там типа арену приходишь, валишь трех боссов и все. Ну это вообще буса машина, на какую концовку ходить. Нормально. Если даже я прошел ее за 5 минут сейчас. Зато я слился на первом уровне, все нормально. Все, он чат доволен. Ваша взяла. Рольте дальше. Ролим дальше. Мой дозор окончен. Так. Ничего себе, хоть одно, это уже четвертая зорахон, ребят. Ну. Андрю, чё, может, какой-нибудь тейкен выпадет? Или там поле чудес. Вот, видите, там уже вайнет, давайте другую концовку. Все поздно, мы уже ровно. Ну, это потом. Пока не опомнились. Гитман встанет, мы покажем все концовки быстро. Там, по-моему, 5 концовок. Да ладно, такой маленький. Ну там помнишь, я пути выбирал, куда идти? Uh-huh. А, вот эти вот чатики? Да, там несколько концов. Ну, может, ну 3 точно есть. Ну, сумме готовы. О, подземелье Кремля, вот я бы сразу себе поиграл куда-нибудь. Черт. О, пираты темной воды. Они же, по-моему, дропнул. Я его, кстати, не прошел я все время. Я его мультик смотрел. Мне на пиздец надоело, она какая-то душноватая. Да, так клевая. Но я ее сейчас не пройду. Ну тогда... Я посмотрю. Я его прошла за 5 часов. Попробуй ты. Потому что я не хочу играть в игры. Они душные. Я пойду паду собирать. Это весело. Я могу часик поиграть, короче, но кто-нибудь возьми поиграет. Как он там называется правильно? Парец он туда вклад. Не, кстати, мультик мне нравился. Да, мультик клевый. Я еще русскую версию качала. Еще и русскую версию? Да. Да ничего, она не душная, нормальная она. Правда, кто считает, что она душная, ставим капу. Кто считает, что она не душная, ставим капу править. Ник, он на РГГ прошел. Of the Dark Water или? Или просто Of Dark Water? Ну, так, как написано. О. Чего? Так как по этой типа задушный? А ты что сказал? Кот, а ты в какую играла? Рус Грант или Рус Рефреш? Не знаю. Вот, видишь, сейчас уже согласен. Как это будет? Почти единогласно. Группа Шедевр. Ну, не знаю, она симпатичная такая.
Концовка. Ну там с того же геймплей на обратно, не точно деревянный вот такой, такая боевка какая-то. Ну да, но можно же быстрее проходить, можно не ходить по всем углам карты, например, так. Точнее уровня.